Животное в нашем случае волк находит ребенка в лесу и начинает воспитывать его как собственного детеныша. Мы должны помочь ему вспомнить, кто он такой и как он оказался среди волков. Мальчик у человека по фамилии Спенсер, найдите его. Этот ребенок должен умереть. Что происходит? Это Томми. Главной роли Терри Халк Хоган. В фильме снимались Крис Лемон, Кэрол Альф, Эшли Горел, и Патрик Макни. По произведению Майкла Берка и Дугласа Шварца. Исчезающий вид. Держите его. Вон он, вон он. Вперед за ним. Вперед, вперед. Что это? Где? Вон там. Стреляйте! Сюда! Быстрее сюда! Смотрите! Вон он! Давайте сеть! Стреляйте! Какого черта? Это не волк, я уверен. Глазам своим не верю. Мамалия сирения. Этих животных можно спутать с бомбой. Хотя надо признать, они довольно симпатичны. Здесь обитает 16 ламантинов. Это место не обозначено как район обитания ламантинов. Давайте его обозначим. Спасибо за поддержку. На Земле осталось всего несколько тысяч ламантинов. Да. Все, что касается спасения исчезающих видов, нам со Спенсом интересно. Не знаю, как благодарить тебя. Назначь мне свидание. Не могу поверить, что когда-нибудь они исчезнут. Надо просвещать людей. И заставлять их сбавлять скорость в местах обитания ламантинов. Посмотрите на надпись. Стоп! О, Господи! Они ударили его! Стой! Подожди минуту! С
Сообщите Воднадзору, чтобы они прислали спасателей. Обмотай вокруг него спасательный пояс. Поймайте этих негодяев. Я сама справлюсь. Гром вызывает Воднадзор. Нам нужна помощь на озере Вотсона. Ламантин задет судном. С ним в воде находится человек. Нас преследуют. Полиция или Воднадзор? Быстрее. Надо проучить их. Это браконьеры. Согласен. Включаю систему защиты. Защита включена. Бросить оружие. Бросить оружие и всем прыгнуть в воду. Это мое последнее предупреждение. Может мне переехать вас так же, как вы переехали Ламантина? Все в порядке. Я тебя не трону. Все в порядке. Не бойся. Не бойся, я хочу тебе помочь. Никто тебя не тронет. Не бойся. Никто. Вот так. Как происходит подобное? Животное, в нашем случае волк, находит ребенка в лесу и начинает воспитывать его как своего детеныша. Беспомощное дитя получает еду, убежище, материнское тепло и защиту, характерные для волка и отражающие его природные инстинкты. Такие как умение выть вместо того, чтобы говорить, умение добывать пищу в диких условиях. Благодаря мистеру Спенсеру, который спас мальчика, я получил уникальную возможность взглянуть на поведение волка с точки зрения человека. Животные инстинкты настолько глубоко вошли в жизнь мальчика, что он бросался на нас, когда мы пытались состричь ему волосы и ногти. А любую одежду, которую мы надевали на него, он рвал в мелкие клочья. Прежде чем мы пройдем к мальчику, я хотел бы знать, есть ли у вас ко мне вопросы?
Профессор, вы смогли установить личность мальчика и узнать, как он оказался в лесу? Нет, мы пока что не установили ни его личности, ни страну его рождения. Но мы надеемся узнать о нем как можно больше. Еще вопросы? Как вы можете слышать, животный инстинкт у него преобладает. Понадобится много лет, чтобы избавить его от рецидивов волчьей жизни. И возможно, что усилие не увенчается успехом. Его вой просто ужасен. Это страх. Будут еще вопросы? Разбей сигнализацию и возьми огнетушитель. Да. Ребята сказали, что они сами справятся. Пускай сами готовят. Правильно, мы пока покатаемся. Эй, парень, что ты тут делаешь? Думаешь, это шутка? Что происходит? Ты съел всю нашу курицу? Посмотрите на него. Отойди.
Ты что, его няня? Не надо действовать мне на нервы. Просто оставь мальчика в покое и отойди. Оставить в покое? Все в порядке. Помнишь меня? Видишь, тебе нечего бояться, никто тебя не тронет. Я не отдам тебя этим людям и туда, откуда ты сбежал. Ты идешь со мной. Все в порядке, не бойся. Назад! Мужик, нет проблем. Здесь ты в безопасности. Обнюхай свою территорию. Ты, наверное, очень устал. Я знаю, ты скучаешь по волчьей норе. Давай я положу игрушки. Вот так. Закрывай глаза. Завтра попробуем кровать. Профессор был вне себя, когда узнал, что ты нашел мальчика и отвез его к себе домой. Он грозился позвонить в полицию, чтобы вернуть объект своего эксперимента обратно. Только через мой труп. Кстати, пожар, который разгорелся в подвале, возник из-за поджога. Полиция нашла остатки взрывного устройства, но оно почему-то не сработало. Кто-то хотел, чтобы это выглядело как случайность. Зачем кому-то понадобилось его устранять? Хороший вопрос. Ромул и Рем, основатели Рима, были вскормлены волчицей. Это легенда. Многие легенды основаны на реальных событиях. Существует много документальных свидетельств случаев, когда дети были вскормлены животными. Мальчик-газель из Африки, Камала и Амала, воспитанные волками в Индии. Даже дети, воспитанные медведями и обезьянами. Я хочу знать больше о мальчике-газели. Из них получались нормальные люди. Очень редко, это деликатная ситуация. Если к ним не найти подхода, то они никогда не станут нормальными людьми. Мы должны помочь ему вспомнить, кто он такой и как он оказался с волками. Но он был ребенком. Нет, к тому времени, когда он попал к волкам, ему должно было быть около 3-4 лет. Откуда ты знаешь? Он ходит прямо. Если бы он жил с волками с младенчества, то передвигался бы на четвереньках. Это означает, что ему было около 3-4 лет. Зачем кто-то хочет убить его? По какой причине? Кто знает, по какой причине? Может, лунатик какой-то? Или псих? Или это связано с тем, кто этот мальчик? Он похож на Ламантина. Они оба исчезающие виды. Я заплатила вам, мистер Неф. Почему смерть этого мальчика так важна для вас? Это не ваше дело. Вы должны выполнять условия контракта. Я не плачу за провалы. Мисс Хейл, я предупреждал, если вы хотите, чтобы его смерть выглядела как несчастный случай, это может создать проблемы. Неважно. Если не можете сами, обратитесь за помощью.
Мальчик находится с человеком по имени Спенсер. Найдите его. Мальчик должен умереть. Вы меня понимаете? Нет. Но я сделаю то, за что вы мне заплатили. У вас все в порядке? Все просто отлично. Больно. Ему понравилось мыться. Нам обоим понравилось. Спенс, мне кажется, его надо переодеть. Возьми майку. На ней сохранился мой запах. Твой запах. Отвратительно. Этот? Он ее обнюхал. Он ее попробовал. Он ее съел. Брю, это шутка. Сработало. Тебе нужно выпускать духи и запах Спенсера. Давай, иди сюда, покажи всем, какой ты красивый. Он меня боится? Нет, он просто немного стесняется. Он симпатичный. Вчера он выглядел совсем другим. Теперь начнем обучение. Волк. Волк. Мальчик. Мальчик. Животные не узнают себя в зеркале. Очень важно, чтобы он понял, что выглядит так же, как и мы. Волк. Мальчик. Мальчик. Мои друзья обещали сегодня зайти. Может быть, игры со сверстниками помогут ему? Я думаю, это еще рано. Волк. Мальчик. Мальчик. Компьютер отобрал для меня следующую информацию. Гордон Рэлстон, президент корпорации Рэлстон Авиэйшн, исчез вчера, когда лодка затонула в районе прибережных островов. Все погибли. Рэлстон, его жена Ребекка, их 8-летняя дочь Линда и 3-летний сын Томми. Когда это было? 6 лет назад. Время подходит. Это еще не все. Тела мистера и миссис Рэлстона, а также их дочери были найдены. Тело Томми Рэлстона не обнаружено. Думаете, он может быть Томми? Есть фотографии? Посмотрим, смогу ли я что-нибудь найти. Сейчас я хочу узнать как можно больше о Рэлстонах и поисках Томми. Брю, отвезешь меня в воднадзор? Да, поехали. Я обещала им, что заеду помочь. Постараюсь вернуться пораньше. Я рассчитываю на вас. Погладь за меня, Ламантина. Хорошо. Пока. Пока. Как мы узнаем, что он на самом деле Томми? У меня есть идея. Мы можем использовать игрушки. Надо спуститься к воде.
Джесс, сюда. Ну что? Папа еще разговаривает с полицией. Они хотят оставить кого-нибудь в доме. Жалко, что он не может говорить. И не может сказать, кто хочет убить его. Надеюсь, он сможет рассказать нам о многом без слов. Ты говоришь о предложении папы? При помощи игрушек? Это были Гордон, Ребекка, Линда и Томми. Они были прекрасной, дружной семьей. То, что с ними случилось, ужасная трагедия. Мисс Хейл. Андреа. Андреа, вы с Гордоном были партнерами? Больше, чем партнеры. Мы с Гордоном были как брат и сестра. Мы начинали наш бизнес вместе. Если бы Томми каким-нибудь образом удалось выжить, смогли бы вы его сегодня опознать? Томми погиб, мистер Брюбекер. К несчастью, Томми утонул вместе со своей семьей. Но его тело так и не нашли. Нашли. После того, как я узнала о несчастном случае, я организовала собственное расследование. Мы нашли его тело, прибитым к берегу реки в 8 милях от места происшествия. Вы организовали похороны? Останки Томми были кремированы, а затем развеяны в районе реки. Папа. Папа. Мама. Мама. Помнишь? Мама и папа. Лодка. Линда. Твоя сестра Линда. Линда, мама и папа сели на катер. Томми. Томми. Мальчик Томми. Мальчик Томми. Джесс, начинай. Принеси остальные игрушки. Все хорошо. Успокойся. Это Томми.
все кончено. Не бойся. Это было давно. Я велела вам обратиться за помощью. Это был самый лучший способ. Один парень, одна пуля. Оказалось, что нет. Он побежал, я промахнулся. Я плачу вам не за промахи. Вы заставили меня охотиться за диким животным. Я не охотник. Я убийца. А этот Спенсер, похоже, служил в секретных войсках. Хорошо. Я обращусь за помощью. Но вы мне за это заплатите. Согласна. Только на этот раз он нужен мне живым. Я хочу знать, успел ли он сказать им что-нибудь. Это должно означать, что кто-то просто убил семью Релстонов. Это доказывает, что он Томми Релстон, который, по словам Андрея Хейл, погиб и кремирован. Мальчику незачем врать. Можем ли мы сказать то же самое об Андрея Хейл? Хейл и Релстон были партнерами. После смерти Релстона и его наследников она становится единственным владельцем Релстон Авиэйшн. А если Томми Релстон жив, то он является законным наследником. Вот вам мотив убийства, мотив для готовящегося убийства. Я из районной прокуратуры. У меня приказ забрать какого-то мальчика и вернуть его обратно профессору. Я должен позвонить в управление и все проверить. Офицер. В этом нет необходимости. Спасибо. Спенс, секретарь Хейл сказал, что она уехала 15 минут назад. Она направлялась на пристань. Томми нет в комнате. Он вылез через окно, а потом какие-то люди затолкали его в автомобиль. Он царапался и пинался, но они сумели с ним справиться. Это дело рук Хейла. Разогрей гром. Позвони в полицию, сообщи им, что случилось. Ты останешься с Келли. Судя по данным компьютера, длина катера Хейл составляет 30 футов. Постарайся определить его месторасположение. Если она вышла из бухты Кэмпбелла Мэрина, то отправилась на юго-запад. Я проверю. Он не мог им ничего сказать. Он животное. Но, похоже, он вас узнал. Делайте, что вам приказано. Быстро. Спенс, у меня кое-что есть. Тебе лучше спуститься. Я сяду за штурвал. Я их засек, ты был прав. Они направляются на юго-запад, приблизительно в 6 милях отсюда. Включай гиперскорость. А он достаточно тяжелый? Ящик заполнится водой и потонет. Приступайте.
Что происходит? Это Томми. Брю, надо успеть. Я не могу поверить, что она это сделала. Поехали отсюда. Включай режим погружения. Погружение окончено. Человек за бортом. Приготовить ракетную установку. Это последнее предупреждение. У вас есть 5 секунд, чтобы остановить двигатель и прекратить стрельбу. Посмотри на себя, Томми. Посмотри. Это ты. Томми. Мальчик. Это Томми. Это ты улыбаешься в зеркале. Это ты, Томми. Он старается понять, кто он такой. Он должен дать имя своему отражению. А что с иском, который выдвинул против тебя профессор? Судья его отклонил. Он выглядит забавно в этой одежде. Тебе нравится? Это одежда Наваджо. Спенс организовал, что он будет жить с этим пленником в Аризоне. Там он обучится простым вещам, пока ему не придется столкнуться с чем-нибудь посложнее. Все верно, ты Томми. Правильно, ты Томми. Неважно, когда он родился, я объявляю сегодня его официальным днем рождения. Испечем пирог. Да. Да. Ha ha ha!